Рецепт приготовлен для сайта IMCook. Пирог с творогом и яблоками в мультиварке. Пирог к утреннему чаепитию – это отличное решение и залог удачного дня. Для его приготовления понадобится творог, яблоки, сахар, куриные яйца и мука. В чашу миксера вбить куриные яйца, всыпать сахар и тщательно взбить миксером на высокой скорости. Масса должна увеличиться в объеме, стать пышной шапкой. Всыпать в эту массу творог. Его лучше брать качественный, жирный, домашний или магазинный с высоким процентом жирности. На низких оборотах миксера немного перемешать. Затем всыпать дважды просеянную муку и снова перемешать. Творожное тесто будет достаточно густым, тянущимся за лопаткой. По желанию, на этом этапе можно всыпать ванильный сахар или любые другие ароматизаторы. Чашу мультиварки смазать растительным маслом или устелить пекарской бумагой дно. Влить тесто. Очистить яблоки, нарезать их ломтиками и выложить поверх теста, немного вдавливая. Включить мультиварку на функцию выпечка на 1 час. Готовность пирога можно проверить деревянной лучинкой. Если, пронизав ею пирог, она останется сухой, пирог готов. Творожный, нежный, в меру сладкий и в меру влажный пирог подавать на стол как в теплом, так и в остывшем виде. Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Рецепт с пошаговыми фото можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.